6 октября ведущие популярной радиостанции VBC вышли на улицу в рамках акции «Наклейка». Легендарное радио решило покинуть студию прямого эфира и организовать теплую встречу со своими слушателями. Очаровательные ведущие утреннего шоу «Сестренки» на радио VBC Юля Булавина и Катя Демина, а также яркие Александра Смолина и Александр Топоров, ведущие вечернего шоу «Чай, котики и рок-н-ролл», фотографируются со всеми желающими, раздают автографы, дарят фирменные наклейки на автомобиль, свои улыбки и хорошее настроение. Мы любим наших радиослушателей, но мы хотим видеть их на дороге, и теперь у каждого нашего радиослушателя будет свой опознавательный знак. Мы решили, что вот такие наклейки будут достойным символом утреннего шоу, поэтому если вдруг у кого-то увидите, знайте, что это наши поклонники. Мы вас любим! Целую неделю в прямом эфире утреннего и вечернего шоу ведущие разыгрывали приятные подарки от генерального спонсора акции моторных масел Molly Green. Компания предоставляет по-настоящему качественное японское масло, которое проходит строгий двойной контроль качества и создается из лучших базовых компонентов. Специально проработанный состав масла позволяет защитить двигатель от износа, а широкая линейка моторных масел позволит выбрать то, которое подойдет именно вашему автомобилю. Я как раз вот последние 5 лет работаю в такси, и с самого утра я включаю радио и всегда на вашей волне. Слушаю вас, нравитесь, люблю вас. Радио VBC – это первая коммерческая радиостанция во Владивостоке, которая вот уже 27 лет находит отклик у слушателей. Единственное радио формата рок-мьюзик покорило сердца поклонников отличной музыкой, авторскими программами и легендарными голосами. Возможно, именно поэтому новая акция радиостанции собрала десятки поклонников в этот осенний день. Мы решили, что нужно сделать вот такой вот такую встречу. Где они могут увидеть нас, мы можем увидеть их. И вот мы лепим вот такие вот им наклеечки нашим радиослушателям. Все это поддерживает моторное масло Molly Green. И поэтому сегодня, в этот солнечный, радостный день, мы посчитали, что должно получиться все хорошо. И вы знаете, так оно и есть. Слушайте легендарное радио на 101,7 FM во Владивостоке и на 101,3 FM в других городах Приморского края. Юлия Рокотская, Кирилл Самойлов, Стас Лазебный. Новости на 8.